Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц Юлий. Первый день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Страдания святых мучеников Кусмы и Дамиана. Безмездных врачев, время пострадавших. По плотском владыке Христа Бога нашего на земле в осиянии, слышите есть повсюду, як у едино некое удивление всех святых христовых мучеников житие. Удивися бо на них спасова сила, и чудно есть всеми в них великодушное мучителем противление и непобедимое терпение. В таковых бях осии, у них же нам предлежит слово, святые страстотерпцы Кусма и Дамиан, братья по плоти, от единого отца и матери в Ветхом Риме родившиеся, и в христианском благочестии воспитании. Ти и врачевскому художеству навыкше, всякие болезни целях удейственно, имеях обосудействующую им во всем благодать самого Бога, и на великих страждущих человеков и скотов возлагах у руце своя, аби и ти совершенно здрави бываху. Добрые же целебники ни от кого же взимаху мзды за исцеление, че со ради безмездными врачами прозвани быша. Единият токму от исцеляемых сия предражайшия мзды и требоваху, да веруют во Христа. И не точил в самом Риме, но и во окрестних градех и весех обходящи и недужни целящи многие обращах ко Христу. И ще же при целебной благодати и щедрим подаянием благодетельствоваху людям, иму ще бо много и от прародителей собранные, по родителях же оставшие си им имения, продаваху та и раздаваху нищим и требующим, и питаху алчущия, и одеваху нагия, и всякую милость и милосердие бедним и скудним являху. А егда целяху больных, глаголоху к ним сице, мы ток муруце навы возлагаем, силою же нашей уничтоже сотворить и можем, но вся действует всемогущая сила Христа единого истинного Бога, в Него же аще уверуете несумненно, абие здрави будете. Ти же верующи, получаху здравие. И так повсядню от идолопоклоннического нечестия отвращающиеся мнози, прилагаху се Христу. Бяше же святым сим врачем особное пребывание в некои пределов римских веси, и деже родители их без тяжание, там у пристанище себе имуще все окрестные верою святою просветиша. Не терпял бы дьявол такова го добродетель мисияющего жития их зрети, но сти некие служители своя и ти к царю и оклеветати неповинния. Царство ваше же тогда в Риме Карин. Той клеветников послушав, аби е посла воинов в весоную яти безмезних врачев Кусму и Дамиана и привести на судище к нему. Дошечим же воинам до весония и у Кусме и Дамиане вопрошающим, стекоше се верни к святым и молише их да укриют се в мале, донде же мимо идет гнев царский. Святие же не хотеше послушати их, но чтаху се самовольно и заити кищущим их воинам, желающие пострадать за Христа с радостью. Но егда множащие верни к ним собрашеся и слезними молениями тех увещаваху, да соблюдут живот свой не себе ради, но многих ради спасения, повинушеся ими нехотящие верни, же поемше он их в некои пещере с крыша. Войни обовсюду с прилежанием искавши и необрече, исполнише се ярости и гнева, и емше некие от веси тоячесные мужи веригами обложиши их и видяху в Рим. Очесом уведавши святии Кусма и Дамиан, абия изидоши из пещери, вслед войнов спешно потекоша и постигши их на пути глаголаша к ним. Отпустите неповинних, нас же поймите. Мы бо есмы, их же повелено вам яти. Войни обо отпустивши оних мужей, на святих Кусму и Дамиана вериги возложиши и в Рим ведоша, и блюдоми бяху святии до утрия в узах. В утрия же седе цар на обичном пред народом судище, ежебе на позоришном месте, и представив святие узники Кусму и Дамиана велигласно к ним начаве щати глаголя. Вылия сте, и же наших отец с Богом супостатствуйте, и хитростью некоею волшебною болезни в человецех и скотех без мзды и целите, прелещающе простие люди отступите от отеческих богов и законов. Но поне ныне обращася от вашего заблуждения, послушайте благаго совета моего, и приступальше принесите жертву Богом, доселе вам дълготерпевшим. Обиди ми бо бивши от вас, не воздаше вам зла за зло, аз ще им ужах воздати, но терпях уж душте ваше го к ним обращение. Святие же Христовы угодники, яко единый ми устих царю отвещаваю ще глаголаша.
Ми ні єдиного чоловіка прельстіхом, ні волшебної хитрості свемий, ні же кое зло сотворіхом кому, но врачуєм болезні силою спаса нашого Ісуса Христа, як уже той заповеда глаголя, болящі ісцеляйте, прокаженні очищайте. Творім же сіє без мзди, понеже то спас завеща, рек, то не приясте, то не дадіте. Не імені, бо требуєм, но спасення душ чоловечіських іщем, і служим немощним і нищим, як у самому Христу. Той, бо творімоє ооних попечення себе присвояєт, вещаєк благодавцем, взалкахся і дасте мі ясти, возжадахся і напоїсте мя, наг і одеясте мя. Сія заповідь Його ми ісполняти чтимся, чающе мзду от Него прияти в безконечної царстві небесного жизні. А мнімім от Тебе Богом работати нікак уже ізволяєм. Ти, і же з Тобою работайте їм. Ми живемо ізвесно, як у ті не суть Бозі. Аж ти же хочеш і оцарю, ми Тебе предложим добрий совет, да познаєш єдиного істинного Бога всех Творца, і же сонце своє сіяє на злые і благі, і дождит на праведні і на неправедні, в потребство наше, в славу же превеликого імені Своєго. Тому поработай, отступив от бездушних і нечувственних ідолов. Карин же царе рече к ним, не призвах вас витійствувати, но жертву Богом принести. Отвещаше святі, ми єдиному Богу нашому жертву без крови приносим душі наші, избавлюшему нас от сети дьяволі і давшему єдинородного Своєго Сина за спасение всего мира. Той Бог наш єс не создан, но всех создатель, а Твої Бозі умишлення суть человеческая і дело рук художников. Я ще не би било в чоловеці художество Боги вам творяще, ви кланітеся, кому не імелі би. Карин рече, не досаждайте вечнім Богом, но паче приступивши поклонітеся їм з жертвами, прежде даже не приймете ожидаючі вас муки. Раби же Христове, исполнившись и Духа Святаго рекоша, буди посрамлен с богами Твоими, о Карине, и понеже отвращается ум Твой от всегда сущего и живущего во веки Бога, к нечувственным же и никогда же жившим прилагается идолом, убой плоти Твоей о лице да отвратится от места Своего на Твое постиждение, да навыкнеше самым искусом, что может Бог наш. То изрекшим святым, абия Карину изменися лице и выясу вратися, и бы с лице Его на плещах Его, и не можаше обратити вие своє я, ниже кто помощи ему возможе, и сидяше на престоле скривленою мої вию и лице. Народ же смотряй на то взиваше велегласно, велик Бог христианский и нестин Бог разве Его. И в то время мнози веруваше во Христа и молише святых врачев да исцелят царя, но и сам цар моляше си глаголя к ним, не и не вем воистину, як у раби есте истинного Бога. Молю обо вас, як уже оврачевасте многия, исцелите и мене, да и аз верую, яко нестин Бог, разве Бога вами проповедуема го, сотворившего небо и землю. Святий же рекоше к нему, аж ти познаваеш и давшего тебе живот и царство Бога, и уверуеш в него всем сердцем твоим, той имат ти оврачевати. Цар же вели им гласом рече, верую в тя Господи Иисусе Христе, истинный Божий, помилуй ме и не помени первого моего неведения. То глаголю, що царю ісправі сі вие Його, і ліце Його ста на месте своїм, як уже бей перве. І востав цар з места своєго, возведе очі свої на небо, і руце воздев, воздаваше со всем народом Богу благодарення глаголя. Благословені си Христе, істинний Боже, от тьми і на свет приведи ме сими святими раби Твоїми. І так у цар ісцелев, почти святих врачев Космо і Дам'яна, і отпусти тие с миром. Они же ісшедши із Рима, во свою весь и доша. Слышавши же весь и туя, и же окрест жителей и вся, я же в Риме святыми судеешися, и зайдоша в сретени угодником Божиим, и прияши их с радостью, веселящися и славящи владыку Христа. Святий же паки по обычаю своему обхождаху окрестния гради и веси, недуги целящи и святою верою просвещающи, и паки в вес свою возвращахуся. Завистний же дьявол не возмог первым своим ухищрением святые от земли живых истребити, изобрети другое. Бе в стране той некий врач славен, у него же и сии святые изначало художество врачебному учишеся, того ности враг завидите святым, не терпящи добрые их славы. Призвав обо той к себе святых, слестью поятих на гору, яко на собирание врачебних былий, в сердце же кайнову мысли мея, и заведих далече устрои, кое гождо особ собирати были.
Первый обу нападне единого побьего каменьем, та же и другаго також дьоби, и вземте леса их скры, прибывшие таму воду течи. Так у святые страстотерпцы Христови, безмезни и врачеве Кусмай Демьян, конец житью прияши и венцев мученических сподобишеся от Христа Господа Спаса нашего, и муже с Отцем и Святым Духом честь и слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Конец життя святых мученик Кусмы и Демьяна Безмезников.